Казахстан ежегодно проводит теннисный турнир. Хорошей традицией стало проведение данного мероприятия в конце весны. И сегодня, 25 мая, телеканал IT Fashion находится на 5-м турнире Forbes Cup Open 2018. Особенность турнира в этом году – то, что участие принимают и милые дамы. Поэтому оставайтесь с нами, и вы увидите все самое интересное. Наш турнир, он, конечно, задуман в первую очередь для того, чтобы популяризировать спорт, популяризировать здоровый образ жизни, ну и побеждать. Будет хорошее спортивное мероприятие, потому что погода задалась очень хорошей. Праздник проходит в лучшем теннисном парке страны. Поэтому ожидаю хорошей погоды, хороших матчей, хорошего настроения. Пусть победит сильнейший. Сегодняшний турнир, он знаменателен тем, что на самом деле в первый раз участвуют женщины. И это тоже приятно, потому что я считаю, женское участие, оно придает определенный шарм. Чтобы получился праздник, самое главное, чтобы все участники проявили свои лучшие спортивные качества, чтобы получили удовольствие от игры и, само собой, пообщались, подружились как можно больше. Хотелось бы пожелать удачи, особенно женщинам сегодня, как первым участникам сегодняшнего турнира. Все очень понравилось, все было здорово. Вообще играли 3 дня, мужчины начали в пятницу, мы начали в субботу, сегодня доиграли. Было все замечательно. Надеюсь, еще в следующем году тоже поучаствовать. Завершается 5-й турнир по теннису Forbes Open Cup 2018. И, конечно же, я хотел поблагодарить в первую очередь всех участников, кто принял участие в этом году в этом турнире. Этот турнир знаменателен еще и тем, что впервые в нем приняли участие женщины. И теперь с этого года мы будем проводить среди женщин регулярные турниры, регулярные соревнования. Марафон оказался очень непростым. Соперники все очень сильные, казахи, прям упорные люди оказались. Все боролись до последнего мяча. Получилось так, что я выиграл, я очень рад. Теннис – это очень хорошая возможность для общения, для того, чтобы получить возможность познакомиться с новыми друзьями, с новыми людьми. И я уверен, что Forbes Cup – именно та площадка, где вы можете познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор общения. Вот и закончился 3-дневный марафон юбилейного турнира по теннису Forbes Cup Open 2018. Вечеринка в честь закрытия преподнесла массу приятных эмоций и моментов. Forbes вносит важную лепту в развитие теннисного спорта. И нас радует то, что очень много сторонников данного направления. А с вами телеканал ID Fashion, ID Fashion Real Emotions.